Завтра театр оперы и балета откроет 57-й сезон. Старт новому театральному году даст балет «Спящая красавица». Спектакль, который открывал прошлый 20-й международный балетный фестиваль, должен порадовать соскучившихся за лето зрителей. Постановка максимально приближена к классической. Такую поклонники видели 15 лет назад. В главных партиях Айдар Хисамутдинов, Тимофей Федоренко, Анастасия Абрамова. На этот сезон приходятся две важные для театра даты. Полвека исполняется балет труппе и 85 лет симфоническому оркестру. Кстати, весь сентябрь в театре будут действовать специальные предложения «Билет за букет». Если прийти на любой спектакль с цветами, контролеры пропустят вас бесплатно.